Начало 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Thank you.
Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Скажу вам відверто, ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова точно допоможуть. А що стосується, ну, по-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Vous ne pouvez pas venir ici. Mais comme vous avez demandé que les chefs aient mort, s'ils ont venu, ça va causer problème ou pas? Non, il n'y a aucun problème. Il peut arriver. Il n'y a aucun problème qui va arriver. Nous-mêmes, on souhaite qu'il sera là.